что на свете всех милее, всех румяней и белее. На этот и другие вопросы находили ответы представители конкурса «Мисс Весна», который каждый год становится одним из самых красочных мероприятий на факультете. Обязательное условие для участия только одно – все конкурсанты – девушки-первокурсницы. Среди участниц 9 девушек, все студентки первого курса. Вот, заранее все планировалось, примерно за месяц до этого, то есть объявлено было девушкам, что будет такой конкурс, вот, и началась уже активная подготовка. Из года в год на факультете определяется «Мисс Весна». Критерии отбора довольно высокие. Девушка должна не только иметь миловидную внешность, но и быть всесторонне образованной, обладать хотя бы одним музыкальным талантом и уметь держаться на сцене. Как признаются участницы конкурса, соперничество в этом году как никогда серьезное. Однако девушки уверены, что главный секрет успеха – быть искренним со зрителям. Мне кажется, настоящая мисс должна быть доброй, искренней и любить людей вокруг себя, быть честным человеком, искренним, верным себе, верным и своим родителям и вообще миру вокруг. Очень важно это смелость. Смелость это, во-первых, не бояться сцены. Второе качество, конечно, это активно. Должна быть девушка очень активна, чтобы проявлять себя. Потом, конечно, харизма главное, самое, наверное. То есть в девушке должна быть какая-то изюминка. Без изюминки просто, ну, я считаю, одержать победу невозможно. На протяжении нескольких часов внимание зала было приковано к 9 обаятельным первокурсницам. Каждая из них старалась чем-то удивить жюри и запомниться залу. Невзирая на волнение и усталость, на сцене девушки доказали, что каждая из них достойна титула «Мисс Весна». Ведь конкурс – это фортуна, а навыки, которые получили участницы за время подготовки и выступлений, обязательно им пригодятся в жизни.